Дорогие москвичи, гости столицы, участники соревнований. В начале февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА прошли 23-е международные соревнования по легкой атлетике «Русская зима». В этом году в них приняли участие представители 32 стран. Во время торжественного открытия соревнований состоялась церемония чествования знаменитых российских спортсменов Татьяны Лебедевой и Ярослава Рыбакова в связи с окончанием их спортивной карьеры. «Русская зима» является одним из крупнейших легкоатлетических соревнований, проходящих под эгидой Всероссийской Федерации Легкой Атлетики и включенных в официальный календарь Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. В официальной программе «Русской зимы» как олимпийские дисциплины, так и бег на 60 и 600 метров, а также на 60 метров с барьерами. Этот компактный, хорошо организованный турнир сильнейших атлетов мира всегда демонстрировал высокие результаты и открывал зрителям и специалистам новые имена. О несомненных успехах русской зимы за прошедшие годы говорят 7 мировых, 18 российских и несколько десятков континентальных и национальных рекордов, установленных спортсменами, а также заметно возросший интерес к легкой атлетике. Не стали исключением и нынешние соревнования, в ходе которых были показаны высокие результаты. Победителями стали спортсмены из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Словении, Беларуси, Кении, Эфиопии и Кубы. Россияне по итогам соревнований завоевали 10 медалей, в том числе 3 высшего достоинства.